Самый большой в России фестиваль итальянского кино, ярмарка сибирских брендов и лыжная гонка. Все это пройдет в Красноярске уже на этих выходных. Мы собрали для вас афишу, чтобы вы не скучно провели ближайшие 3 дня. Узнать побольше о европейском менталитете и посмеяться от души. В Доме кино уже в эту пятницу стартует фестиваль итальянских фильмов. Обещают, будет не только весело, но и вкусно. На открытии гостей будут ждать кулинарные сюрпризы от итальянского ресторана, а также тематическая фотозона и мастер-классы. Этот фестиваль итальянского кино станет самым масштабным в России. Откроет его драма «Лучшая жизнь» о мужчине, который через всю жизнь пронес любовь к одной женщине, хотя был женат на другой. Но большая часть фестивальных фильмов – это комедии, которые будут понятны даже далеким от Италии сибирякам. Это тема любви, тема смерти, взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Есть удивительная подборка короткометражных фильмов, которая называется «Быть женщиной». Это как раз-таки о разных проявлениях женщины. Все фильмы на итальянском языке, но с русскими субтитрами. Фестиваль продлится с 9 по 18 февраля. Первый показ уже в пятницу в 19:00. Фотозоны и другие активности будут работать с 5:30. Любителей активного отдыха ждет всероссийская массовая гонка «Лыжня России». За звание лучшего можно будет посоревноваться на 3 дистанциях. Для детей 500 метров, для любителей почти 4 километра, а для профессионалов 11. Они-то первые и вступят в гонку. Первая гонка в 11 часов на 11 километров для подготовленных лыжников. 3 круга по острову Татышев. Каждый финишер получит на память шапочку «Лыжня России 2024». Также достойный призовой фонд, у нас хорошие спонсоры. Сегодня последний день, можно зарегистрироваться на гонку 11 километров. На массовый забег записываться заранее не надо. Как пахнут теплые встречи или какой вкус у свободы? Сибирские мастера попытались передать эти ароматы через свои свечи. Ощутить их можно будет уже на этих выходных на Большом маркете, где соберутся сразу 30 сибирских брендов. Свечи, украшения, чаи, декор для дома и много других товаров красноярские ремесленники выставят на продажу. А помимо этого гостей маркета ждут лекции и мастер-классы. Маркет – это всегда интересное событие, куда может прийти любой человек, просто погулять, вдохновиться атмосферой. Плюс будут мастера наши местные, красноярские, локальные бренды, которые своими руками из различных материалов, продукции, ингредиентов создают интересный локальный продукт. Маркет будет идти всего 1 день, воскресенье, вход свободный. Испанские рокеры едут в Красноярск. В эту субботу группа Brotherhood of Wolves выступит в рок-клубе «Сорока». Этому коллективу всего 3 года, но он уже успел покорить сердца слушателей. В его песнях соединяется прошлое, настоящее и будущее классического рока. Начало концерта в 9 вечера. Алевтина Сасова, Валерий Чащин, 7 канал.